Ребята, мы приготовили с вами замечательное вкусное масло. Давайте на нем сейчас что-нибудь приготовим. Я приготовлю жареную картошечку, самое любимое блюдо всех времен и народов. Наша маслица, столовая ложечка. Картошечка кубиками. Тимьян. 3 зубца чеснока. Соль. Перчик. Закрываем крышечкой. Шампиньон. Соль, перец. Немножко белого вина. Наше масло. Все это на гриль. Немножко белого вина. Огонь чуть тише. Все на этом волшебном масле, да? Да, все на масле. Мы сегодня готовим только на этом масле. Наш замечательный бекон, немножко маслица. Пусть вам не кажется, что я много добавляю масла, на самом деле нет. В общей сложности на приготовление сегодняшнего блюда я использую максимум 1,5 столовых ложки, не более. Это черный вкусный хлебушек, будет очень хорошо сочетаться с нашим блюдом. Картошечка вот-вот подойдет. Так, хлебушек даже подрумянился. Очень красивый, симпатичный. Так, убираем стороночку его. С нашим блюдом я приготовлю очень простой салатик. Все, отлично. К нашей картошке мы с вами добавим бекон. Бекон все делает лучше. Большую столовую ложку тертого пармезана. Какой аромат! Как все это выглядит великолепно! Укропчик. Отлично, картошка готова. Заканчиваем салатиком. Черные греческие маслины. Черри томатов. Буквально грамулька яблочного уксуса. Чуть-чуть оливкового масла. Петрушечка. Этот салат легкий, освежающий. И будет прекрасно сочетаться с нашим сытным блюдом. Картофель, все. Ой. Ой, красавица. Яичко. Вот простое, сытное блюдо, приготовленное на нашем замечательном маслице. Давай сейчас попробуем. Ай, какая картошечка, мама родная.